Что нужно сделать обычному мужчине, чтобы добиться от тебя подобного внимания? Если ты имеешь в виду внимание такого рода, Ларсон, то ты на правильном пути. Звучит забавно. Но сегодня я здесь только как посредник. Лара Крофт, познакомьтесь с Жаклин Натла из Натла Технологис. Добрый день, мисс Крофт. Мой исследовательский отдел недавно взялся за изучение древних артефактов. И как мне сообщили, вы при наличии должного стимула можете для меня их достать. Боюсь, вас обманули. Для меня это просто забава. Именно поэтому я и обратилась к вам, мисс Крофт. В эту игру вы уже когда-то играли с вашим отцом. Вы оба потратили годы на поиски наследия Атлантиды. Вам оставалось лишь найти гробницу Куалапека. Вы нашли Вилкабамбу. Долго ли вам лететь до Перу? Вилкабамба ускользает от нас. И мое стремление идти до конца, вопреки неудачам, подрывает боевой дух. Думаю, это Дженкинс толкает отряд к мятежу. Он отрицает мысль о том, что Атлантида могла быть колыбелью всех остальных цивилизаций. Мне кажется, только Лара, не отравленная научными догмами, способна увидеть правду. Bastante cuerda. Не волнуйтесь, я найду другой путь.